Дню космонавтики посвящается. В Запорожском авиационном колледже прошло праздничное мероприятие, приуроченное первому полету человека в космос. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. На празднике вспоминали исторические факты о первом полете человека в космос, играли в КВН, где соревновались ребята-старшекурсники. Из-за проведения вот таких вот мероприятий, вот как КВН, особенно в такие дни, как День космонавтики, который является, в принципе, днем, грубо говоря, нашего колледжа, учиться становится еще интереснее, так как такие мероприятия, как по мне, сплочают группу. Соревнуются группы АД. Это люди, которые будут готовить авиационные двигатели для авиации, самолетов. На самом деле это очень сложная профессия, технарь. Там нужно очень форму, функции. Нужно все зубрить, чтобы обеспечить жизнь людям. Это относится к нам. Авиационный колледж – заведение, где готовят будущих авиастроителей, которые после учебы трудоустраиваются в том числе и на предприятие «Мотор-Сич». Этим живет колледж, у нас очень способная молодежь. И очень часто участвуем, проводим подобные конкурсы, и участвуем в области, в Украине, в подобных мероприятиях. Также нам помогает предприятие «Мотор-Сич» очень часто финансово, и наши КВНщики идут работать на это предприятие и участвуют там уже в команде КВН, предприятия, и тоже занимают призовые места. Участники говорят, такая знаменательная дата, как Всемирный день космонавтики, напоминает о важности профессии авиастроителя. Так что они готовы покорять новые карьерные и творческие вершины, чтобы выйти из стен колледжа квалифицированными специалистами.